Господдержка помогла жительнице Приморья запустить продукт собственного производства. Ольга Никифорова производит истинно азиатский продукт – тофу. Альтернативный источник белка пользуется популярностью в магазинах Приморского, Хабаровского краев, Амурской области и Сахалина. Именно тофу мне захотелось производить, наверное, когда я сама начала искать такой продукт, а именно продукт, которым можно заменить мясо. И вот пришел мне такой продукт как бы в мой рацион. Но я поняла, что в Владивостоке его сложно купить. Стала изучать вопрос и поняла, что его, в принципе, можно делать дома. Так это все переросло в какой-то вот такой маленький бизнес. Вот этим занимаюсь уже 8-й год. По словам Ольги, сотрудничество с Приморским центром «Мой бизнес» стартовало буквально с самого начала деятельности. Первой поддержкой стала компенсация затрат на аренду помещения. Я пользуюсь достаточно успешно услугами центра поддержки. Прохожу периодические обучения, какие-то семинары. Недавно мой продукт брали на экспорт, увозили в Монголию, и там представляли нашу продукцию. Это тоже все как бы в рамках программы поддержки. Тофу завоевал признание не только покупателей, но и экспертов. Продукт имеет награды, полученные на разных форумах и ярмарках. Кроме того, товар был представлен на выставках в Китае и Монголии. Мы производим продукцию из 7 видов. Вся продукция у нас натуральная, не содержит никаких консервантов. То есть мы готовим уникальную продукцию, которая очень полезна для здоровья. Это соевая продукция. В производстве мы используем сою наших местных производителей, тоже приморских. Также мы научились сохранять продукцию без использования консервантов. Напомним, краевой центр «Мой бизнес» помогает развиваться предпринимателям и оказывает меры поддержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на 8-м.